Ну здорово, Скайримщик. Я тебе тут гайдецкий на скорость атаки принес. Нравится? Хорошо. Смотри, чтоб у тебя все получилось, необходимо поставить Лукас. И если ты хочешь стать частью нашего комьюнити, то можешь подписаться и нажать колокольчик и приходить к нам на трансляции. А по Некселю у нас элементная ярость и все, что с ней связано. Теперь слушай. В ветке одноручного оружия есть такой перк, называется двойной вихрь. Там еще надо полтинник одноручки набить, чтобы все два поинта туда вкинуть для пущего эффекта. Берешь в руки два кинжала, но очень важно, чтобы хотя бы один из них был не зачарован, потому что крик элементная ярость в первую очередь зачаровывает сам предмет временно на скорость атаки. Кстати, если хотите, чтобы я сделал гайд на этот крик, где его получить, ответы мне в комменты. Так вот, берешь эти два кинжала и прожимаешь крик элементная ярость. Эффект получается такой жесткий, что ну просто мама не горюй. Там можно просто как вертолет раскрутиться и улететь в небеса. Даже великан, в принципе, для этого не потребуется. А еще... Возможно, ты не в курсе, но эту скорость атаки можно еще сильнее разогнать. Но это, конечно, уже сложнее сделать, но возможно. Хочешь быть еще более быстрым, но только в глазах врагов? Это очень важный момент. Смотри внимательно, потому что сейчас будет полный пиздейшн комбалейшн. Для этого нам потребуется помолиться Талосу на снижение КД крика 20%. После этого необходимо надеть сам амулет Талоса на еще снижение КД крика на 20%. Потом тебе нужно получить все три слова силы перевоплощения дракона и бафнуться, чтобы усиление твоих криков было еще на 25% и снижение КД крика еще на 25%. Варишь зелье на магию школы изменения более 100%. Выпиваешь, прожимаешь замедление времени и после окончания КД прожимаешь элементную ярость. Эффект получается такой, что просто вот, ну реально, сейчас будешь так сильно махать кинжалами, что прорвешь временной континуум. Враги стоят практически на месте, а ты все еще махаешь со скоростью света своими кинжалами. Нихреновый такой эффект, да? Ага. Урон в секунду именно со взгляда твоего противника получается просто катастрофический. Ты даже не можешь себе представить, как ты выглядишь для твоего противника на самом деле, ну, грубо говоря, в реальном времени, потому что, ну, это вообще капец. Я крайне сомневаюсь в том, что еще каким-либо образом можно повысить скорость атаки, но если вдруг вы знаете, то вы знаете, куда ответы, да, в комменты. Всем большое спасибо за просмотр данного видеогайда и мочите всех со скоростью света, да. С вами был Триш, подписывайтесь, приходите на стримы, там очень много всего интересного можете увидеть. Общение и все такое. Всем доброго времени суток и пока.